Международный аэропорт Шереметьево – крупнейшая воздушная гавань России. Ежедневно он пропускает через себя сотни самолетов и десятки тысяч пассажиров. Безопасности здесь уделяют особое внимание. Перед входом в стерильную зону аэропорта все пассажиры проходят обязательный досмотр. Для этого личные вещи, будь то сумки, часы, телефоны, складывают в специальный ящик и отправляют на ленту интроскопа. В этом пассажирам помогает Анастасия. От работы инспектора напрямую зависит безопасность будущего полета. Задача Анастасии – провести досмотр пассажиров и не допустить в самолет запрещенные предметы. В Шереметьево девушка работает уже 13 лет и признается, об этой профессии мечтала с детства. Будучи ребенком, она часто ездила в аэропорт вместе с папой. Мне очень нравилась эта атмосфера аэропорта, то, как здесь все происходит с детства. И я мечтала работать в аэропорту. И после того, когда исполнился возраст трудоустройства, наверное, у меня не возникало сомнений, куда я хотела пойти. Несмотря на то, что работу инспектора не назовешь типично женской, здесь часто трудятся девушки. Светлана встречает пассажиров у рамки металлоискателя. Ручки в сторону, пожалуйста. Можно я вот закручу там? Всего несколько движений достаточно, чтобы досмотреть пассажира. В арсенале у инспекторов множество современной техники. Это и металл-детектор, и портативный газоанализатор. С помощью этого прибора можно обнаружить следы взрывчатки в ручной клади. Светлана признается, инспектор по досмотру – профессия сложная и ответственная. Но этот путь она выбрала сознательно. Однажды я полетела отдыхать, и, оказавшись в аэропорту, мне захотелось вернуться вновь. Проходя предполетный досмотр, мне понравились сотрудники авиационной безопасности. Я решила попробовать себя в этой профессии. Инспектор по досмотру – универсальный боец за безопасность. Каждые 20 минут девушки меняют точку работы. Сначала багажная лента, затем рамка металл-детектора, после – комната контроля багажа. Когда чемодан проходит через сканер, светотеневое изображение появляется на мониторе инспектора. Он просвечивает сумки и распределяет их по теневому изображению. Металл светится определенным цветом, органика. Мы уже работаем долго и все понимаем, распределяем все контуры. На то, чтобы обнаружить запрещенные предметы, у инспектора есть не больше 22 секунд. Таким образом, на хрупких плечах девушек лежит безопасность целого аэропорта.